Подожди меня здесь, я сейчас. Двойной компрессионный перелом, один позвоночник вдребезги. Сам понимаешь, дело швах. Ну почему швах? Ну почему? Что я могу в этих условиях? Единственное, что извлечь осколки – это максимум. Давай думать. Какие еще есть варианты? Ну, везти в Москву. Это единственный шанс. И то без гарантий. Ну, могу еще написать отношения в райздрав, чтобы они дали направление. Напиши. Ну, ради бога, я напишу, только они его не дадут. Кто она такая? Ни райисполком, ни горком, даже не мясной магазин. Простая крановщица.